Сегодня 8 мая 2023 года. Температура воздуха 8 градусов. Мы с вами находимся в городе Перми и наблюдаем город с высоты птичьего полета. Сегодня на севере Пермского края выпал снег. Вот видите, снежные облака. Это снежные облака. Ну, в Перми, конечно, это в виде дождя. Все в виде дождя. Это по курсу кислотные дачи. Улица Ленгасова уходит на Молодежку. Это тюрьма. А это микрорайон Чапаевский. Небольшой такой микрорайончик. И мы плавно переходим к МГС.